мой, вот излил благодать и поток свой оживляющий, и дал тебе в сердце радость, радость восторженную, чтобы ты вспомнил встречу со мной, когда первый раз встретился со мной, когда я тебя встретил, не ты меня, какая была радость в сердце твоем, что изменилось, народ мой, разве моя любовь изменилась? Разве моя крепкая мышца изменилась? Разве моя благодать уменьшилась? Нет, народ мой, как я хочу, чтобы свобода Духа Святого, она более и более наполняла сердце твое. Ибо в это последнее время непростое, время злое, время лукавое, как нужно, чтобы внутренность твоя была преисполнена моей силой, моей благодатью, моей любовью и в радости в Духе Святом. Как часто в унынии, не понимая, что я тебе подарил, ты идешь, как будто не мой, не понимая, что я призвал тебя, я сказал тебе, ты дочь моя, ты сын мой, я возлюбил тебя любовью вечной, вечной, народ мой. Ибо мои слова, они не просто написаны. Слово мое, да и аминь. Каждое слово наживо и действенно. Все, что написано Духом Святым, оно да и аминь, народ мой. Все обетования в слове моем, да и аминь. Я все хочу, чтобы ты более и более углублялся в эти обетования мое слово. Чтобы ты доверялся Богу живому все более и более. Чтобы ты не хромал, народ мой, но ты бы что ушел ты стройно, славно, как побеждающий, нужны побеждающие, умеющие побеждать свои сомнения, верия, уныние, которые враг, как стрелы, будет посылать, и от начала и продолжения всего твоего пути, он эти стрелы будет тебе посылать, но я хочу, чтобы доверялся ты Богу твоему, и понимал, что я, сила великая, победа твоя, то сам ты не дойдешь, но в силе моей, в сопровождении Духа Святого, устоишь и дойдешь, если будешь доверяться во всем. Не опускай своих глаз на землю, народ мой, не опускай, это земное не для тебя. Если будешь опускать глаза, эта тяжесть, она будет наступать и наступать. Подними взор свой к небесам, оттуда всегда будет приходить помощь. Оттуда всегда будет приходить тебе благословение. И моя милающая рука, и исцеляющая, и духовная, и физически, она также приходит с небес. И моя рука ныне простерта на этом месте. Я пришел тебя благословить, народ мой. Я пришел дать тебе радость и утешение. А я пришел, чтобы обновилась внутренность твоя. Оживилась внутренность твоя, народ мой, ибо говорю тебе, что путь непростой, но кто поможет, кроме меня? Кто пожалеет, кроме меня? Кто может любить так, как я, народ мой? И я говорю тебе, когда я все открываю тебе, когда я обличаю тебя, это тоже моя любовь. Стой тверд, будь мужествен, народ мой, ибо дело мое не закончено. Для этого места дело мое продолжается, и великая слава будет еще, и велико возрадуйся, удивишься. Не слушай, народ мой, не смотри на что не нужно, не соблазняйся, народ мой, ибо многие-многие соблазнители будут, и многие-многие будут так, чтобы уклонить, так, чтобы разрушить веру, так, чтобы посеять зерно неверия, уныния и тяжести. А я говорю тебе, народ мой, слушай, что Дух говорит церквям, ибо не везде Дух Святой говорит, но на этом месте, милость моя, тебя еще не было, ни одного, а я определил, что это место будет живым, то Дух Святой будет здесь трудиться и говорить, потому что я определил, не ты сам пришел, но думай, что так, привел я тебя, народ мой, собрал таких вот разных. И порой ты смотришь друг на друга, а я вот так собрал. И для того, чтобы посрамить значущих, вот таких через него незначущих, народ мой, как многоценны твои молитвы, всякие молитвы, и со слезами, и как ты славишь меня, и как ты вздыхаешь, и лежа, и сидя,
И все молитвы на коленях, они многоценны предо мной. И вот такой ты разный, говоришь, Господи, мы уже и сил как нету, но мне нужны молитвы, народ мой. Как мало сейчас молитвенников, и враг в великой силе вышел, чтобы народ мой не молился, чтобы народ мой был увлечен всевозможными делами, всевозможными все во имя мое, для меня, но нету близости со мной. Нужна близость со мной, народ мой. Нужны молитвенники, которые будут стоять, которые будут сближаться, которые будут умолять и просить, ибо по молитвам я все совершаю, народ мой. По молитве мир над твоим городом, народ мой. Понимай это все. По молитвам твоим в доме твоем мир. По молитвам твоим храню детей твоих, близких, родных. Все по молитвам, народ мой. Будь еще более тверд. Будь еще более мужествен. Верь, что Господь слышит тебя. Ибо многое я совершаю, и ты порой удивляешься, ибо мои намерения во благо, одного меня я знаю, что во благо тебе, и говорю тебе, не умедлю, не опоздаю, народ мой, верь Богу живому, верь до конца, чтобы не было в жизни твоей, верь, я ни в чем не оставлю тебя в постыжении, если будешь верен мне до конца. Как мне нужны эти верные, преданные, которые сокрушаются, которые трепещут пред словом моим, пред именем моим, народ мой. Вот такие мне нужны, простые, потому что я прост. И говорю тебе, народ мой, нужно более и более умиление, умоление пред лицем моим, чтобы я мог изливать силу еще более, благодать еще более, чтобы ты получил все то, что приготовлено, народ мой, ибо для этого места приготовлено многое и чудное, и я еще много совершу чудес, и ты увидишь, какой я великий, ибо сделаю одним мгновением поворот такой, что скажешь, Господь, как может быть? А я говорю тебе, все возможно Богу. Веришь ли ты Богу живому, что я есть Бог чудес? Веришь ли ты Богу живому, что я могу все сделать? А я говорю тебе, чтобы не слова твои были, чтобы сердце твое трепетало, чтобы сердце твое ликовало, чтобы внутренность твоя пела хвалу Богу живому. Я говорю тебе, когда время такое, когда враг действует, а я хочу, чтобы мой народ радовался, мой народ был крепок, мой народ был побеждающий и продвигался, и поднимался вперед и вперед, народ мой. Церковь готовится, народ мой. Готовься к встретению Господу. Потому хочу, чтобы Дух Святой в тебе, он всегда пел, он всегда ликовал, чтобы ты внутри был очень огромен, внешне мал, чтобы твое я было очень маленьким, но я в твоей внутренности был очень велик. Народ мой, время непростое, но Бог все тот же, как от начала написал, так и в конце будет. То, что сказал, то и совершу. И говорю тебе, все, что я говорю, оно не просто звучит, не звучат просто слова, а это Дух Святой говорит церквям, Дух Святой говорит народу своему, чтобы укрепить веру народу моего. И в этот день я пришел тебе сказать, я тебя встретил не для того, чтобы оставить. Я тебя встретил не для того, чтобы выбросить. Но говорю тебе, никто не воскутит с руки моей. Моя рука сильная, моя рука крепкая взяла тебя, такого, как ты есть. Не смотри, вот ты разный, и тебе все удивительно, и тебе все непонятно. Но я таких тебя собрал, ибо расширять будут свои пределы для того, чтобы сделать то, что я определил. И мне нужны молитвы. Молись, народ мой, всегда молись, непрестанно молись. Слав Господа великого, чтобы не было в жизни. Слав Господа, научись славить Господа. Научись, чтобы я в благодарении, я в славе скажу славу и величие. Просмотри слово мое. Когда я сходил, когда слава была, когда народ славил меня, моя сила пребывала в величии. И мое величие все более увеличивалось.
И говорю тебе, вот этот день пришел, этот день особый, этот день, когда ты хочу, чтобы каждый просмотрел и просмотрел, есть ли у тебя благодарность, есть ли у тебя благодарение, радуешься ли ты тому, что я тебя встретил и назвал тебя своим, радостно ли тебе сердце, благодарит ли тебя тебе твоя душа меня, восторгается ли внутренность твоя, Авва, Отче, Ромэнэгэйса Ларса Гэмэнэг Ромэнэгэвэнэ. И вот говорю тебе, народ мой, прошел рубеж непростой, и видел в сердца, как были отягощены, как было сомнение, как было много вопросов. А я говорю тебе, все нужно пройти, потому что я, Бог, руковожу всем, и что бы ни было в жизни, всегда будет победа моя, всегда будет победа Духа Святого, всегда во всем, народ мой, верь до конца, верь, я хочу, чтобы вера твоя возрастала все более и более, и я буду укреплять тебя, народ мой, ответами буду укреплять, милостями и щедротами, для того, чтобы ты укрепился на те дни, когда надо будет проходить испытания, чтобы ты мог пройти и верить, что Бог живой был вчера, сегодня, вовеки тот же, не оставляющий народ свой никогда. Аминь. Аминь. Слава тебе, Боже Господи.